Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Продолжаем перепрохождение овертайма Undertale. Я убил уже почти всех, осталось, по-моему, два или один монстрик. Итак, затем я говорю, Мейбл. Я говорю, погоди минутку. Ты кто? Дел, это что твой? Заключенный? Дел, я бы расцеловал тебя, но я не буду. Ни у кого из нас, никто из нас не принимал душ уже неделями. Ну, вообще-то только я, но тем не менее. Эй, ты там! Слышь, нарушитель! Я выдам тебе 3 секунды, чтобы сдаться. Я даже могу и не считать до 3. Не умею, собственно. Так. Это было 3? Это не важно. Теперь я должен сделать то, что сделал бы любой великий американский солдат. А ну-ка, буду я стоять, пожалуй, подальше, подаль, пока враг меня не атакует. И не смей, я полагаю. Я тебе приказываю. Повторяю, не смей за мной идти. Не смей. Пожалуйста. Ух, какой суровый вояка-то, а ты посмотри. И я тебя предупредил. А давайте прям перед ним, кстати говоря. Мне же осталось еще немножечко там этих, да? Давай, давай, давай. Ну, ребятки, появляйтесь. Ну что ж такое, меня кто-то будет атаковать сегодня или нет? Ну, в конце концов, какого хрена? Я все хожу, хожу, наворачиваю круги. Наверное, это надо только здесь делать. Тут нельзя. Вот здесь вот надо ходить, короче. Вот в этой области. Вот в этой вот области я нормально навыманивал чуваков. У меня, кстати, вот, вы можете сами посмотреть. У меня осталось, типа... Погодите-ка. Пока не буду сохраняться. Они что, не нападают больше после этой катсцены или что? Может быть, стоит перезапуститься? О! Слава тебе, господи! Напали! О! Как раз вдвоем. Сейчас посмотрите. Всего вот эти 2 монстра и нападали. Больше никого. Те, кто из вас забыли при прошлом прохождении, как это все выглядело, выглядело это вот так. Моб Мэгпай, он атакует перьями, а этот здоровяк вообще никак не атакует, он просто чирикает и ходит туда-сюда. Сами понимаете, вследствие этого его убивать сложнее с моральной точки зрения. Ну, ты как бы убиваешь маленькую птичку. Ну, а куда деваться? Хочешь перепройти Дела, приходится заплатить за это вот такую сцену, вот, да? Так. Туда-сюда головой, туда-сюда, бедолага. Ну что ж ты будешь делать? Ну извини, птенчик. Извини, но придется отправить тебя к твоим птенчиковым праотцам. А куда я денусь? Я надеюсь, на том свете много всякой там этой говна, которую вы клюете. Там пшеница, рожь, прочее говно. Прочее срань, не знаю чем. Че вы там, люди? Червячки, да, райские. Райские червячки с нимбом над головой ползают. Прекрасно. Все, ребят, всех, пожалуйста, решимость. Всех уничтожили. А теперь поговорим с Делом. Дел, слышь, ты тут? Чё скажешь, Дел? А, все. Дел уже спетлял. Ну и правильно. Так. Слышь, вторгатель, ты пытаешься вторгнуться в мою страну? Попробуй-ка еще раз. А, погоди, не можешь? Я построил стену. Невозможно для тебя сюда попасть. И чтобы сделать все еще хуже, у меня граната. Давай-ка теперь посмотрим, как ты выберешься из этой ситуации. Лучшая граната, ребят. Лучшая граната из всех. О, да. Я бы на твоем, чувачок, месте бы пошел бы к продавцу гранаты и оставил жалобу, серьезно. Это я не планировал. Но тем не менее, сюда не подойдешь. Ты можешь попытаться, но ты облажаешься. Невозможно. Ну, ладненько, этот раунд ты выиграл. Но в следующий раз я тебя остановлю сильней. Или даже вообще. Ладненько, не забудь, пожалуйста, взять освежители по дороге. Так, освежители, освежители. А, я помню, кажется, это вот это освежители, да, типа? Ну-ка, сейчас. Это водный кулер. Ты не чувствуешь жажды. Записка гласит. Привет, вторгатель. Пожалуйста, наслаждайся освежающим напитком. Спасибо. И пусть у тебя будет небезопасный и непродуктивный день. Здесь также и надпись внизу. Я тебя предупреждаю, партнер. Понятно. Так, ну ладно. Предупреждай. Как бы. Предупреждений много не бывает. Вот надо вот с этим еще поговорить. Я диспенсоматик 9000. Я растворяю разные штуки. Пожалуйста, не перепутайте меня с Виндекюром 9000. И вы не должны мочиться на меня, чтобы получить свои предметы. Просто платите австралиумом, повторяю. Пожалуйста, не мочитесь на меня. Хотите купить медицинскую помощь за 20 аусов? Спасибо за вашу покупку. Хотите купить?
А сколько оно там... Подождите. Сколько оно там вообще? Где это? Меню-то где, блин? А, хрен. Ну, давайте я куплю, наверное, на всякий случай, да? Давайте возьму еще одно. Я не помню, бэткиты эти вообще полезны или нет. Сильно ли они помогают в битвах или нет. В битве. Мне в одной битве нужна выпомощь. Ха-ха. Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Ты встал в мой лабиринт мид. И как ты отсюда выберешься из этого говна? Так, чего? Невозможно, опять. Ну что ж, ты не рассчитывал на тот факт, что у меня есть перемоточный пульт для этих мин. Я собираюсь их всех сейчас взорвать. Я подготовился ко всему. Ой, дурило, я этого не помню уже даже, если честно. Вот, к этому я не готовился. Ну ладненько. Ты не сломаешь мой дух, лишь мои кости. И, господи, как же они сломлены, черт возьми. Увидимся впереди. Подготовься для худшей из болей. Так. Оп, цветочки с ними можно побазарить? Но никто не пришел. Да-да-да-да-да, это понятно. Два обычных цветка. Нет, ничего нельзя, просто два цветка, понятно. Возможно, если бы мы шли путем пацифиста, были бы другие реплики по поводу цветков. Другие фразы, но я уже не помню, я так давно проходил, вот надо пересматривать мое старое прохождение, там смотреть. Привет, вторгающийся. Я провозглашаю тебя до титула Архнемезиса. Никто не так долго... Архиврага, типа, да? Никто не был способен так долго противостоять мне, как ты. По крайней мере, не сегодня. Но сейчас ты пострадаешь. Драматическая пауза и также самое худшее препятствие из всех. А где препятствие? Ха! Оба из вас попали в мою ловушку. Препятствие! Ничто! Потому что я настолько умен, я понял, что ничто вас не остановит. И я подготовился, чтобы полностью остановить. Попробуй все, что хочешь, ты не сможешь до меня добраться. Слышь, походу, не то чтобы она ничего не делает, Джей. Блин, это я вижу. Дел, у тебя есть план получше? Потому что у меня уже нет идей. А чем тебе просто не выкопать окоп? Окоп? Нахрена копать окоп? Ну, окопы, они обычно, типа, знаешь ли, последняя, типа, возможность как-то спастись. Дэл, ты не помогаешь. А, у меня есть идея. Вторгатель. Не-не-не, архивраг. Напиши свою последнюю волю. Да, ты не мог бы это сделать, пожалуйста. Дэл. И подготовься к за импендинговому думу. Потому что я собираюсь... Тебе это понравилось, мужик? Ты получаешь удовлетворение от того, что у тебя все взрывается, я не понимаю. Тебе может нравиться, когда тебе яйки подпаливает. Я просто... Ну... Ладно, я и так собирался в Dust Bowl. Да. Так, ну-ка. Ты знаешь, ты встретишься с ним позже. Не смей навредить ему, когда это произойдет. Потому что я узнаю. Да ты такой страшный, я так тебя боюсь. Вообще-то я тебя боюсь, чувак, да. Если честно, я его боюсь пипец как. Ну ладно. Здесь, по-моему, сейчас будет мужик в лесу или типа того, или в будочке какой-то, что-то такое. Ну, пройдем, сейчас увидим. Да-да-да. А, тут смотрите как. Тут, ребят, смотрите как. Тут я могу даже спокойненько пройти, тут все уже открыто. А если бы я шел по пацифисту, то он бы в меня, по-моему, стрелял, да? Я за тобой наблюдал, за твоим прогрессом с тех пор, как ты сюда прибыл. У тебя не будет предупредительного выстрела. Ты уже знаешь, какие глубокие воды ты забралась. Ну что ж, посмотрим, сколько в тебе кровищи. Вот, собственно, и все. Ох, ты победил. Да еще бы я не победил. Каким бы лохом бы я был, если бы не победил. Так, это что? Выглядит, как будто бы снайпер уронил его баночку, сами знаете, с чем. Вы понимаете, G-Raid. Пригодится позже. Ну, конечно, наверное, пригодится. Саки снайпера, да, это ж оно, да? Я так смутно припоминаю по старому прохождению, по-моему, это оно. Да, это очень полезная штука для меня. Так, все, вот тут нам уже открывают, и мы можем пройти. Так, давайте-ка. Теперь он бы меня так подвез, ну, а так мы едем сами, потому что мы его убили, ну, естественно. И попадаем в Dust Bowl. Пустынный город. Тоуфорд. А, не Dust Bowl, а как он называется? Тоуфорд, значит, ну, окей. Ой, бар для wealthy people, для очень богатых. Это та пирога-бомба. Так, закрыт. Ну, понятно. Короче, я буду просто, наверное, идти.
Хотя, подождите, а вот сюда вот, если пойти, что будет? Дверь закрыта. Похоже, там аркадные машины ее блокируют. Ладно, похер. Там кто-то должен стоять на пути пацифиста. С кем-то, по-моему, можно поговорить. Здорово! Эй! Ты по-прежнему на тропе войны, не так ли? Ты, блин, тут всех напугал чертовски, кроме меня. Мне просто нужно было тебе кое-что сказать. Я собираюсь сегодня выпить пивка. Вечером с Джейном. Как делаю всегда. Если по какой-то причине он не появится, я постараюсь убедиться в том, что ты тоже нигде и никогда не появишься. Ух! Ух, сурово! Ну, хорошо. Можешь начинать, что называется, свои угрозы предварять жизнь, потому что твоему Джейну пипец. Давай-ка, здравствуй, Джейн. Привет, архивраг. Я слышал о твоей убийственной вот этой вот просто охерительной, что называется, очереди. Это заставляет меня так гордиться. Напоминает мне о том времени, когда я боролся с нацистами в Германии. Ох, это было самое веселое, что у меня было прошлым летом. Но, что, в Call of Duty играл, да? Я боюсь, мы с тобой по разные стороны баррикад. Потому что то, за что ты борешься, это неправильно. Не все, кого ты убил, были твоими врагами. Некоторые из них были американцами и даже моими друзьями. И теперь я знаю, что я должен сделать. Итак... Экзамен твоих ужасных, я полагаю, дидов. Я принял решение сдаться. Не из слабости или страха, но из-за твоих действий. Они мне показали, что, возможно, иногда убивать это не ответ. Возможно, мое решение сможет предотвратить страдания больших людей. Я сложу мое оружие, архивраг. Блин, как это... Как же это тяжело, но придется это сделать. Если честно, очень не хочется. Уф. О, вот как это ощущается. Отсюда все это совсем иначе. Я должен был выйти. Будь ты проклят, Дел. Ага. Так. Окей. Все. Все, Дел, с Джейном ты уже не бухнешь, судя по всему. 18 осталось, ребята. Итак, у меня опять начинается веселое времяпрепровождение. Я сейчас должен буду начинать мочить всяких монстров. 18, правильно? 18, боже мой. Как много. Ну, давайте хоть кого-нибудь замочу так, на камеру. Итак, убиваем одного. Так, ну, это вроде бы не трудно. Да, господи. Так, ладно. Какл-демон! Я вспомнил, какл-демон, да. Да, какл-демон красавчик. Тихо, 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 тихо. О, нормально, нормально. Еще один выстрел. Бум, все. Минус как Элдемон, ребят. Кто еще тут есть? Кто еще тут есть? Давайте я вам покажу хотя бы по одному убийству одного врага. Ну, как бы да, я прекрасно понимаю, что все это я уже показывал больше года назад. Но это, блин, было больше года назад. Многие из вас уже все забыли. О, смотрите. Гигантский глаз, Миникулус. Кого лучше убить, Миникулуса сразу или как Элдемон? У них вроде... Сквиш-сквош, да? Так. Оу! Нихера себе. Ну, давайте уже Миникулуса добивать, раз такая пьянка пошла. Так. Так, ну-ка, сейчас, какл-демон, какл-демон. Ай, Миникулус. Ну, он вообще, он ни черта почти не задевает особо, видите, да? То есть, подумаешь, немножко Миникулюснул тебя. А какл-демон? Да, тоже, слушайте, тоже он какой-то. Они немощные. Они совершенно немощные. Короче, здесь, ребята, будет суть только... Только в моем терпении. Сложности и хардкора тут никакого не предвидится. Все будет зависеть только от моей силы воли. Справлюсь ли я с тем, чтобы проделать это гребаных 18 раз? Ладно, наверное, справлюсь. Маленьких 18 походов против собственной совести. Что ж, уже осталось 15. Ну, продолжим, когда я закончу. Ладно, продолжаем. Остался один монстр. В принципе, где-нибудь по дороге он на меня нападет, я его грохну и все, и будет геноцид. А тем временем проходим... Вот тут магазинчик, нет? Флинстоунс, они классные. Какие-то камни. Камни там какие-то. Нет, магазинчик не тут. Где-то тут, по-моему, должен быть какой-то магазинчик, если я ничего не перепутал. Но это, наверное, не здесь. Это, наверное, дальше. Так, здесь Undyne Бессмертная, которая... Я, кстати, вообще не помню, как выглядит в этой версии игры. То есть, вот реально, я уж совсем прям про нее все забыл. Кого там из Team Fortress на ее должность назначили. Прям вообще не помню абсолютно. Так, один остался, до сих пор что-то не нападает. А чё ж он не нападает-то до сих пор, говнюк такой? Сколько ж ходить-то можно?
Так, вот здесь вот магазин. Нет. Может, наверху? Чё-то наверху, может? Нет, тут тоже ничего нет. Все, хожу, хожу, брожу. О! Пожалуйста, последний монстр атакует. А, их даже два. А с какого это перепугу их два, если написано, что осталось одного убить? Они типа за двоих, двое за одного считаются? Ну типа да, два глаза, наверное, как бы. Это один монстр, наверное, так, не знаю. Как-то странно, но окей. Вот, получается, вот это вот красавчика глазастенького мы сейчас раз. И на один глаз уже ослепили, потом еще на второй, и все будет прекрасно. Ну то есть ничего хорошего, конечно. Прекрасного в принципе ничего не ждет. Даже в отдаленной перспективе. Самое прекрасное, что меня ждет, это жуткая жопоболь с этим Делом, потому что я уже ничего не помню. Я играл давно. Я и тогда-то пройти не смог по понятным причинам, да, то, что я в прошлой серии рассказывал. И сейчас я не знаю, сколько времени на это уйдет. Это очень жесткая битва, на самом деле, впереди. Но теперь ее уже пройти надо обязательно, потому что я буду полным идиотом, если перепройду всю игру и опять не справлюсь, да, то есть. Надо будет пройти обязательно. И я это сделаю. Так. Ух, как грозно. Так, ну все, бежим, да, я так понимаю. Нас обстреливают вовсю. Бежим. В принципе. Так. Ага, да, вот так вот немножко повреждают, да, то есть. Тихо. Да что ж ты будешь делать, да? Воу-воу-воу. Опять повреждают. Не, ну твою ты мать. Я так и сдохну тут, если так дальше пойдет. У меня не получается уклониться. О, пожалуйста, получилось. Пау, пау, пау. Прям в жопень. Прямо в жопень мне прям попали. Прям же по боли устроили полнейшую. Не-не-не, ну тут уже, ребят, ну это уже смешно. Я уже разберусь, как мы справлюсь. Что у меня все пугает? А, пошли какие-то загадки, да? Так, сейчас, секунду. Что тут такое, блин? Стоп. Стоп. Ой, блин, ну нафиг это надо-то все. Да, вот так вот, по-моему, да? Сейчас вот здесь прохожу, сюда вниз, потом сюда, сюда, сюда. И вот так. Да, отлично. Ну да, тут надо просто немножечко, вот, пожалуйста, чуть-чуть буквально помудрить. Но ничего сложного в этом во всем абсолютно нет, я считаю. Три сюда вставили. И сейчас сюда вот ставим последнее вот это говно. И тоже это все будет достаточно легко и просто. Все у нас хорошо получится. Да, получилось. Впереди еще будет одна такая загадка или нет? Здесь, по-моему, какая-то птичка стояла, мне кажется, в пацифистском прохождении. А вот и магазин. А вот и магазин, ребята, да. Привет и добро пожаловать в Main Company Store. Вот я могу купить, короче, исцеляет 26 HP. Так, исцеляет 18 HP. Ну, давайте купим виски на всякий случай. Виски, добро пожаловать. Только потому, что я расставил тут в этой пещере магазин, это не означает, что я настолько в отчаянии, чтобы покупать всякое бесполезное говно. Давайте поговорим с ним. Цены по-прежнему повышены. Прекращай убивать моих клиентов, и я их снова понижу. Теперь что ты хочешь? Понятно, то есть я еще и расплачиваюсь. Прощай, не забывай вернуться больше, позже с большим количеством бабла. Странно, что его убить нельзя, на самом деле. Не, ну как бы с точки зрения игровой механики, это, конечно, не странно. Мы где-то должны покупать всякую срань. Но с точки зрения вот чисто сюжетного геймплея, это немного удивляет. Сейчас опять побег, да, будет? Опять будем бегать от этого козла? Или... А, или земля расколется, и мы упадем. Да, наверное, так. Вот взрыв, и мы сейчас упадем, да. Звук, с которым падает истинный убийца, ребята. Просто геноцидник во плоти, да. Так, ну что ж. Сейчас окажемся где-то внизу. Ой-ой, ты здесь новенький, не так ли, парень? Не будь испуганным. Все будет хорошо. Ты тут заведешь кучу друзей, как я. Меня зовут Балуни. А тебя как? Ага. Скамейка. Новый бенчмарк в технологиях сидения. Я вижу видение. Телевидение. Потому что это оно и есть. Так. Это часы. Панч-клок. Только не бей их. Они могут ударить в ответ. Панч-как холдер. Full of punches. Не стоит ни одного использовать, а то сломается система, управление узнает. Ну, это какие-то шуточки такие, да? Ой, так, давайте-ка сохраним. Что? А, решимость. Я уж подумал, еще порцию монстров надо загандошить. Думаю, вот это мне сейчас не нужно совершенно. Блин, а? Ты посмотри. Ну, ладно. Мы как поступим сразу, давайте. Вот так вот сразу, да? Вот это достаточно просто, я считаю. Теперь вот здесь вот. Оба.
так. Потом. Потом вот так. И последний сейчас. Вот. Все. Это было тоже просто. Я думаю, вы согласитесь. Абсолютно никаких проблем и сложностей это не составило. Мне нужно в эту сторону. Если возвращаюсь назад, попадаю, по-моему, к магазину. Если я ничего не путаю. Но мне к магазину не нужно. Мне нужно вот сюда, вот сюда, вот сюда. А, вот здесь вот типа андайн, да? Здесь вот типа андайн нападет. Ну, давай. По идее тоже. Один удар и все, да? Да что ж ты будешь? 7 бутылок пива. То, что я пью каждый... А, алкаш! Я вспомнил. 6. Вот так много я могу позволить себе выпить теперь. Видишь? Я меньше зарабатываю. И... меньше являюсь наемником. Когда я тебя сдам, я наконец смогу позволить тебе бухла. Погоди секунду. А чё это я тебе это рассказываю? Ты все равно сейчас сдохнешь. Ты маленький писюнчик. Фьюм! Чё он в конце такой заорался-то? Что за фьюм? Ладно. Мне угрожают. Мне угрожает этот падла. Я вспомнил, как он выглядит. Да-да, именно так. Ты! Ты стоишь на пути моих надежд и мечтаний. Ты заработаешь мне кучу денег. Только посмотри на постер. Посмотри на все свои преступления. Постер охеренный. Прямо вот да, вот. Браво, художник, браво. Ты убил 53 человека ровно. И некоторые другие вещи, я полагаю, убил. И ты взял жизнь моего лучшего друга. Ну да, мы не должны быть друзьями. Красные и синие работают вместе. Мы знали, что это было против правил. Но никто не имеет права бить меня кулаками лучше, чем он. Его печень была так же сильна, как и моя практически. Черт побери, я любил его как брата. Мне даже наплевать уже на деньги. Это касается большего. Я собираюсь заставить тебя почувствовать боль, которую ощущаю я. И я не про печень сейчас говорю. Если ты встанешь вперед, я собираюсь тебя нахер взорвать просто, чертовы бабушки. Да? Давайте мы сохранимся, чтобы потом все это не слушать повторно. За Джейн! Так. О, что не так, дорогуша? Выглядишь чертовски зеленый, а? Маленькая зеленая фли. Знаешь что, я дам тебе щит. По крайней мере, у тебя будет шанс блокировать мои атаки. Почему? Потому что через минуту все и так закончится. Я чувствую, что мы соскучаем быстро. И... не полагай, что у тебя есть какие-то странные мысли по поводу того, чтобы ты мог меня нанять. Мне хватит денег, и будет их очень много, когда я принесу твою башку. Тэвиш атакует. Тоже с первого раза, да, мочим? Какого? Один гребаный выстрел. Эш, Би, Джейн, Миша. Я не могу вот так уйти. У тебя выбора нет, чувак. Придется. Ах ты, блин! Вот поэтому я уйду. Мы знали, что это случится, поэтому Би выдал мне эти таблетки. Я знаю, как они работают, но я знаю, что они ненадолго отделят мою гибель. И я смогу надрать твою жопу, прежде чем сыграю в ящик, потому что мы здесь не просто для того, чтобы убивать братьев Ман, не так ли? Я хочу убить всех. Я не позволю этому произойти. С моим последним дыханием я собираюсь... притворить твою жизнь в кошмар. Баклап, Лес. Подготовься до более интенсивной битвы за всю свою жизнь. Поверь, чувак, будет еще хуже. Держись. Я чувствую правильно. О, нет. Он сказал не смешивать их с алкоголем. Он сказал, будут последствия. Будет хуже, чем раньше сказал. О, дерьмо. Вот дурак, а. Так, да, я даже вспомнил, как я чуть не обоссывался первый раз, когда играл. Думал, ох, сейчас будем бомбить. А потом он про этот алкоголь, да? Так, смотрим влево. Ага, никого там нет, да? Я думал, мы там Делла увидим. Это, наверное, в пацифистском прохождении его можно увидеть, да? Если, если это самое. Если проходить тут. Что у нас здесь? Ты не в настроении пить пивко в данный момент. О, это ж... 18 осталось, опять начинается, блин. Эй, жаль, что ты не можешь тут пройти. Вероятно, тут преступник у нас, что называется. Видишь ли, мои друзья и я, мы наемники, мы хотим убить этого преступника. Ну, типа за экстра баблишко. Тут целый постер был, разыскивается и все такое. Проблема, никогда его не видел.
Кто-то оборвал все постеры со стен, прежде чем я мог их увидеть. Лично у меня нет ни малейшего представления, что этот такой, так называемый, преступник вообще, как он выглядит, да? Я просто жду здесь с моими друзьями, и как только придется, я запрыгну в действие, как говорится. Будем экшен. Будет экшен, да. Ну что ж, ладно, давайте на этом серию остановим. Здесь я всех перебью, как всегда, всех 18. Всех 18 этих замечательных монстриков перебью, прямо на глазах у этого мудака, который так и не догадается, что я убийца при этом. И потом мы уже продолжим следующую серию. Может, даже за следующую серию уже до Дела дойду, может, нет, поглядим. Пока на этом все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.